Депутат Госдумы Александр Хинштейн провел встречу с жителями дома Челышева, памятника архитектуры в русском стиле, расположенного на улице Красноармейской, 60. Вместе с представителями фонда капремонта, управления госохраны объектов культурного наследия, городской и районной администрации обсудили восстановление здания после пожара. Напомним, пожар в здании произошел 3 марта. Причина возгорания – замыкание проводки. После происшествия 5 квартир признали непригодными для проживания. Людям, оказавшимся в беде, предложили жилье в маневренном фонде. Скоро в пострадавших от пожара квартирах восстановят коммуникации. Чтобы сохранить дом Челышева как объект культурного наследия, его нужно восстанавливать и снаружи, и изнутри. Для этого его необходимо вывести из статуса аварийного. Процесс властями уже запущен. Это позволит фонду капремонта завершить работы по восстановлению кровли и приступить к реставрации фасада здания. Что касается ремонта внутренних помещений, то здесь необходимо провести экспертизу обследования, чтобы изучить состояние несущих конструкций. Большая часть квартир в доме находится в частной собственности, поэтому по закону средства на эту процедуру придется изыскивать собственникам квартир. Со слов жителей, большая часть из них согласны. Мы сами должны восстанавливать дом с помощью, естественно, властей, с помощью Александра Евсеевича. Всеобщая турбулентность, которая происходит в стране, вот, она еще и нас консолидировала очень сильно вокруг собственного дома. Да? Россия – наш дом, а это Самарский главный дом, исторический памятник. Вот, поэтому, я думаю, все у нас получится. Объявить конкурс по выбору подрядчика запланировали к середине лета. Решили все-таки спасать этот замечательный памятник культурного наследия. Понимаем, что здесь без активной позиции жителей, при поддержке, конечно, властей, нам дальше не двинуться. Мы сегодня набросали примерный алгоритм, как нам идти. Очень многое будет зависеть от самих жителей этого дома, от того, насколько они готовы объединяться и брать на себя определенную ответственность. Следующий этап – подготовка проекта реставрации здания с приспособлением к современным условиям, после чего приступят непосредственно к восстановлению. Ольга Волкова, Григорий Плешаков. События.